Всем привет из Зверя. Сегодня прилетел челлендж от Андрея, канал Гном Волга. Подстава какая-то, мне кажется. Маша не знает ни одного вопроса. Я тут спрятался за кадром. Сейчас буду озвучивать эти вопросы, и Маша будет на них отвечать. У меня есть там пару права на ошибку? Нет. Звонок другу? Нет. Да там вопросы не очень сложные. Марафон 21 вопрос. Маша, ты готова? Да. Вы любите разговаривать с попутчиком в автобусе, самолете, поезде? Ну, скорее, да. Потому что я так редко езжу. Да. А надо просто отвечать, да, нет? Ну, можешь, не односложно можно. Да, скорее, да. А если это кто? Ну, это я уже от себя добавляю. То есть, неважно, какой это человек, ты любишь пообщаться? Ну, если мне визуально человек приятен, то да, я пообщаюсь. Понятно. Следующий вопрос, второй. Какой ваш любимый цвет? Голубой. Третий вопрос. В какой сказке вы хотели бы оказаться? Я бы хотела быть Белоснежкой, чтобы у меня было много гномов. Помогали бы они мне. В чем? Делали все за меня тут. Ну, я бы командовала, только ходила им. Думаешь, они бы помогали бы тебе? Да. Они скажут, корми нас, корми! Я бы кормила их. Там немного им надо, да? Четвертый вопрос. О чем вы думаете перед сном? Как завтра все успеть. И как бы сделать так, чтобы поспать подольше. Пятый вопрос. Как вы подавляете свою злобу? На Сережу наору. Ну так вот, да? Классно. Шестой вопрос. Что для вас главнее в человеке? Ум или красота? Ум. Сейчас седьмой вопрос, очень важный. Чье мнение для вас имеет значение? Сережина. Это правильный ответ. Восьмой вопрос. Где бы вы хотели сейчас оказаться? Я? Где-нибудь на солнышке. Ну ты на солнышке и так. На море. Ну тебе белое море не нравится? Так, девятый вопрос. Как вы хотите встретить свою старость? Я уже ее встречаю тут. Ты уже старая, что ли, все? Нет. Ну, примерно так и хочу встретить, только все автоматизировать, может быть, найти пару рабочих, которые бы выполняли качественный труд. Ну, примерно так на своей земле, в своем доме, с внуками, с правнуками. Десятый вопрос. Какой момент из своей жизни вы хотели бы повторить? Это личное. Ну, понятно. То есть ты на него отвечать не будешь? Ну, наверное, повторить, если вот так вот общественности сказать, ну, родить еще несколько таких как детей, как Верочка. Верочка 2, Верочка 3? Нет. Так же, как канал называется. Одиннадцатый вопрос. Как вы выглядите по утрам? Да прекрасно. Как сейчас. Двенадцатый вопрос. Какое значение для вас имеют деньги? Сейчас уже не самое главное. Ну, не то чтобы и раньше они не самое главное значение имели. Сейчас я стала относиться проще к деньгам. Тринадцатый вопрос. Если бы вы были ученым, что бы вы изучали? Медицину. А? Медицину. Я прослушала. Так, 14-й вопрос. Какая ваша серьезная покупка? Да их... На момент того, когда я покупала что-то, ну или мы покупали, мне казалось, что это вообще событие века. Сейчас даже не скажу. Но серьезная покупка была, так, конечно, как бы смешно это не звучало, но летюшка, потому что я не знала, что ждать от этой собаки. Она большая, крупная, злая. Мне так говорили. 15-й вопрос. И все остальное материально. Если бы вы стали невидимкой, что бы вы сделали? Я бы ночью ела. Втихушу, да? 16-й вопрос. Каким образом вы доказываете свою правоту? Ну, смотря кому, Сереже приходится через несколько раз говорить, он очень упертый. А всем остальным просто конструктивный, да, диалог. 17-й вопрос.
Что бы вы загадали, если бы у вас было 3 желания? А еще бы я сказала, что я особо-то не упираюсь, чтобы доказать свою правоту. Я же знаю, что я права. Так, еще раз, 17-й вопрос. Что бы вы загадали, если бы у вас было 3 желания? Ну, то желание, это должно остаться только в моей голове. А так, ну, переехать в дом побыстрее, построить ферму. Вот такие вот мечты. Это 2, а третье? А третье? Еще несколько верочек. Понятно. 18-й вопрос. Как вы относитесь к религии? Ну, отношусь. 19-й вопрос. Чем вы любите заниматься долгими зимними вечерами? Тем же самым, чем и летом практически. То есть? Ну, чем я люблю заниматься, это одно дело. Это я люблю почитать, посмотреть какой-нибудь сериальчик, за то, что меня Сережа ругает. То есть все это как... А так я занимаюсь-то как бы не этим, потому что на это мало времени. Все ждали, что ты скажешь, там... Пряжу прясть, носки вязать, варежки там, я не знаю. Нет, конечно, я это как бы хобби, но не на постоянно. Так люблю почитать, ночами читаю, Сережа ругает меня, что ночью не сплю, потому что я утром плохо встаю. Короче, в каждом вопросе меня Сережа ругает, вы поняли, да? Ну, что Сережа просыпается и должен с Верочкой тут это баловаться, вместо того, чтобы идти по хозяйству работать. Так да. Получается? Да. На что вы потратите... 20-й вопрос. На что вы потратите ваш первый миллион? На семью. На здоровье своей семьи. То есть не пропьешь? Проешь? Соточку только. Так, 21-й вопрос. Вы когда-нибудь хотели... Так, вы когда-нибудь хотели бы начать жизнь заново? Нет. Ну, как? Конечно, помирать не хочется. Хотелось бы подольше жить. А вот прям чтобы с целью, чтобы все заново начать и по-другому жить, нет. А сейчас должно быть, да, вот по вашим ответам, вы тот-то, тот-то, нет? Аналитик. Аналитику сейчас тебе зрители это сделают, проанализируют, психоанализ, все прочее. Я псих еще то. Псих, да? Теперь ты должна передать этот челлендж кому-нибудь. Ну, не знаю, кому-то уже, наверное, передавали. Первый раз об этом слышу, я не знаю. Не знаю. Ну, давайте тому, кто первый напишет комментарий из видеоблогеров. Нет, так нельзя? Почему нельзя? Вот так. А надо одному передать? Ну, как хочешь. Ну, давайте, кто первый из видеоблогеров напишет, из деревенских, да, наверное? Ну, или близок к тому. Не знаю. Кого знает Сережа? Почему это сразу? Я вообще, может, никого не знаю. А как тогда? Я не знаю, как. То есть кому-то конкретно ты не хочешь передать? Нет такого вот, что вот я там передам... Но мне последнее время Сережа все трендит про Елену Мороз. Давайте я ей передам. Я как бы очень плохо... А что ты меня спалила перед Еленой Васильевной? Ну, а сейчас посмотрит, скажет, Сережа, ты что мне там? А ей не передавали еще что-нибудь? Я не знаю. Я ей передаю. Скажи спасибо, Сережа. На, ты в Пермь собиралась, а сейчас говорит, что я не поеду в Пермь. Почему? Говорит, я, говорит, не собиралась. Говорит, я собиралась. За нутрями она собиралась, сейчас, говорит, не поедет. А, ну я примерно вчера что-то так слышала, отголоски, что там. Я просто помню, что Елена Васильевна собиралась в Пермь, думала, может, она к нам заскочит в гости. Курс молодого бойца проведет по свиноматкам. А фиг. Не поедет? Ну, я, говорит, ваши дороги. Ты не помнишь? Я слышала, да, про дороги. Лестно отзывалась. Наши дороги пермские. Ну что-то ты, может, еще хочешь кому-то передать? Пожелания какие-то у тебя есть там? Или там весна уже скоро, там, да, зиму снова хочу. Классно так, вон тает все с крыши. Да, я, кстати, я могу даже холодно, показать сейчас. Сейчас все прям тепло, вон даже с вольера тает. Навоз преет. Сейчас я покажу. А какое сегодня число-то? 29 января. Ну прям солнышко очень-очень весеннее, прям греет вообще. Ну я что-то вообще в январе такого не припомню. Ну обычно в феврале, у меня вот в феврале день рождения. Ага, когда? Кстати. Когда у тебя день рождения? Когда тебя поздравлять? Ну давай говори, что всем же интересно. Гости тут приедут, скажут. Психоаналитики проанализируют. Кто ты по гороскопу? Подхожу, да. Козел? Кто там, еще какие там бывают? Кто туда, водолей, до рыбы попадают только. Вот, до 11 у меня. До 11? 11. Вот, и я забыла, что я говорила. Ну, у тебя день рождения, тепло, погода, солнце. Что, вот такая погода, вот день рождения очень часто бывает.
и практически всегда солнышко в мой день рождения вот так же тает. И вот это вот один из первых дней зимой, когда так тепло. Даже не тепло, а вот именно солнце греет и тает, все с крыш капает. А в этом году в январе уже. Может, весна будет уже в феврале? Ранее. Уже посадим что-то в марте. Ага, конечно. Картошку. Ну ладно, давайте будем прощаться. Скажи всем свое это заветное прощание. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.